сегодня утром выезжали на тушение электроподстанции. Промышленная 1, это очистные города Вологды. Здание размером 20 на 50, здание расположено. Сама подстанция и насосы для подачи воды в очистное сооружение. Там произошло короткое замыкание проводки, в результате чего выгорели провода на площади там 15 квадратных метров силовые. Было сильное задымление, пришлось работать в противогазах. В итоге пожар потушен. Распространение щитовая сама целая, как бы, провода, кабеля, которые идут к насосам, они повреждены. Когда подстанции тушат, там нужно получить допуск на снятие напряжения. Дежурный электрик у них дежурил. Но когда прибывшее первое подразделение обратилось к нему, чтобы получить допуск на снятие напряжения, он сказал, что этот допуск дать не может. В итоге произошла заминка. Приехала служба пожаротушения, уже было принято решение, что тушить данный пожар огнетушителями порошковыми, которые разрешают тушить электропроводку.